Так, всем привет, Зуме. А тебе за что? А, ну да, получается, пришел обучение в программе обучения. Так, чат. Чат, всем привет. Ой, что с светом? Ну. Нет, у меня в зуме почему-то все красное. Так, еще, наверное, сюда поставлю. О, это из-за проектора. Так, сейчас будет сложно, потому что надо все настроить, чтобы все работало. Да, я что-то вчера готовился, решил, что все-таки с картинками будет лучше. О, супер. Так. Так. Ну хорошо, давайте потихоньку начинать. В зуме забыл пошарить. Не начинаем. Потом тоже забуду еще. Что пошарить, вот это пошарить. Так. Чат в зуме открыл. Это все открыл. Всем все видно. Все хорошо, да? Все работает. Ну, ладно, будем считать, что да. Ты же не замутился там случайно. Так, зум, меня слышно, видно? Супер. Окей, давайте начинать. Значит, у меня же теперь будет так все показываться, да? Ну, ладно. Чат в зуме, извини. Приду, соответственно, за счет зума официально. Вот, если будут какие-то вопросы, ты за них главный. Так. Во-первых, рад вас всех приветствовать на нашем курсе. Это первый год, когда мы проводим курс. Он довольно сырой еще, потому что мы не смогли все тщательно проверить. Все материалы подготовить. Мы, конечно, очень постарались, и мы собрали кучу всего интересного. И я думаю, что вам будет очень познавательно. Курс вообще готовился так, что мы с Ильдусом, мы занимаемся вообще self-supervised learning в основном. Я там больше в NLP задачах, Ильдус больше где-то в фундаментальных таких глубинных штуках. Вот. Ну и мы иногда читаем статьи, периодически бывает такое. Вот. И как-то мы накапливали эти статьи и думали, как отстойно, что мы отучились 4 года, и нам это не рассказали за все 4 года. И казалось бы, такие уже старые вещи, но все равно почему-то мы их не знали до этого. И в результате мы решили, что черт с ним, давайте просто сделаем свой курс на ФКН и расскажем студентам, чтобы они, так же, как и мы, потом не думали. Вот, такая у нас была идея, это мы придумали полтора года назад, летом, получается, и решились проводить только в этом году. Про что вообще будет курс?
Курс будет про self-supervised learning, то есть про ситуацию, когда у нас есть очень много неразмеченных данных, но мы хотим их как-то использовать, чтобы все-таки обучить модель, чтобы она извлекала какие-то признаки из объектов и что-то вообще знала о домене, в котором она существует. Вот. В настоящее время где-то процентов, наверное, 80 от всего self-supervised learning применяется для текстов, ну, просто потому что текстовые данные гораздо сложнее размечать, чем картинки или там музыку или еще что-то. Вот. Ну, потому что это надо прочитать весь текст очень внимательно, надо заплатить за это кучу денег. Картинки все-таки проще с этой стороны. Вот. Давайте еще я расскажу о формуле оценки, потому что я думаю, что это важно. Значит, курс будет устроен так. У нас будет 4 домашки. Мы пока думаем, что 4, возможно, 5. У нас будет 3 большие домашки точно, и вот 4-я она будет либо одной большой, либо двумя маленькими, потому что она там по разным темам. Вот. Соответственно, формула оценки у нас будет просто как... не знаю, там... DZ1 плюс... DZ2 плюс... DZ3 плюс... Ну, буду обозначать это как DZ4. Не знаю вообще. Первые 3 они уже готовы. Первые 2 уже готовы, прям их можно выдавать. 3-я пока еще нет. Кстати, первые, я думаю, мы после этой лекции прям выдадим. Если у тебя готовы, то я могу. Ну, у меня готовы. Да, все домашки будут на стандартные, как вот на глубинном обучении. Примерно мы такой же логики придерживались. То есть там домашки на 2 недели. У нас как раз примерно 8 недель материала, плюс вы еще там поновите дедлайн, продлите. В общем, мы чуть-чуть предусмотрели. Вот, значит, это поделить на 4. Это что за домашки? Плюс у нас будет вот это все. Оценка за домашки. Она умножается на 0,7. Это потому что это накоп. И плюс оценка за экзамен с весом 0,3. Ой, это в другую сторону пишется. Вот, оценка за экзамен. Это вот итог. Вот. Ну, как у всех порядочных курсов, у нас, естественно, есть автоматы. Мы решили, что будем ставить автомат с больше, чем 8 накопа, не округленного. То есть, если у вас выходит 8 плюс за просто домашки, то вы можете получить автомат. Не округленный, то есть не 7,5, а 8. Да, да. Так, мы решили, что все-таки автомат стоит заслужить. Ну и плюс нам интересно с вами на экзамен пообщаться. Устный? Да, экзамен устный. Потому что, как минимум, потому что письменный экзамен мы не сможем придумать для такого курса. Ну, мы, конечно, сможем, но вряд ли будет правильно показывать ваши знания. Вот. Да, что мы будем проходить в курсе? У нас будет сначала, мы сегодня с вами поговорим про классические задачи предобучения. У нас вообще первые 1, 2, 3, 4 лекции будут посвящены картинкам исключительно и задачам, которые там вот с self-supervised learning возникали. Вот, потом мы 3 лекции посвятим текстам. Кажется, 3. Расскажем про всякие гиперты, которые вы уже наверняка знаете. Странно, если вы не знаете. Вот, ну и прочее более интересное. Вот, потом мы еще поговорим немного о self-supervised в графах и в музыке. Соответственно, вот 4-я домашка – это там граф и музыка. Вот это может быть 2, может быть 1. Неизвестно. Так. Ну, на этом все. С вступительной частью давайте переходить к самой лекции непосредственно. Значит, почему мы начинаем вообще с картинок? Потому что, ну, несмотря на то, что первое там адекватное self-supervised обучение появилось в текстах в Work2Vec методе, вот все-таки в начале там, ну, в древнем глубинном обучении, то есть до 18 года, все-таки предобучение преобладало в картиночных датасетах. Ну, почему-то. Не знаю, если честно, почему. Но больше всего задачи, больше распространения именно было в картинках. Вот. Поэтому мы начнем с некоторой истории того, как это все зарождалось.
и какие там костыли придумывались, довольно интересно это все. Вот, и, собственно, об этом поговорим. Значит, да, наши лекции еще, надо сказать, они будут в некотором формате рейтинг-группы. То есть мы, на самом деле, будем обозревать статьи, которые выходили, давать какие-то свои комментарии, вот, вместе с вами разбираться вообще в плюсах-минусах методов, почему они там использовались, какая интуиция за ними стоит, ну и все такое. Вот, ну и, соответственно, сегодня мы разберем... При подготовке у меня было 11 статей. Короче, ну, практически все, до чего у меня дотянулись руки. Вот, посмотрим, что будет в картинках. Итак. Пум. Начнем с 2014 года. Это, пожалуй, первое такое вот значимое, ну, значимый подход к решению self-supervised на картинках. И он появился вот в таком виде. Называется это Exemplar Convolutional Neural Networks. И в чем идея? Авторы взяли датасет STL-10. Это датасет, который состоит из там, 100 тысяч неразмеченных картинок и, по-моему, 500 размеченных или что-то такое. Ну, то есть огромный неразмеченный датасет. Он состоит из картинок по типу цифара, но в нем картинки 96 на 96. Вот. И там чуть класс один отличается, не важно. Так, когда я запнул. И идея следующая. Нам надо каким-то образом из этих неразмеченных данных достать класс, чтобы обучаться в формате self-supervised, потому что, ну, только так мы можем учиться. То есть нам нужно что-то, с чем мы будем сравнивать предсказания модели и считать ошибку. Это на улице или тут? Я думал, что нет. Ладно. Вот, и идея такая. Мы возьмем, вот у нас есть огромный датасет из картинок, мы будем брать одну картинку, вот как, например, здесь олень, вырезать из нее какой-то кусок, как именно, я попозже скажу, и делать кучу аугментаций. То есть целый батч аугментаций делаем, получаем набор одинаковых картинок с разными аугментациями. После этого мы называем все такие картинки одним классом, и решаем задачу классификации. Вот, то есть мы сэмплируем N картинок. N авторы брали из диапазона 50 до 32 тысячи. Какой диапазон? Вот. Мы сэмплировали N картинок. Для каждой из картинок доставали какой-то патч и делали k-аугментации. K тут тоже какой-то там число. Не помню. Что-то, по-моему, от 2 до 100. Что-то такое. Вот. И таким образом мы решали задачу классификации на N-класс, где каждый класс — это просто одна картинка, которую мы размножили много раз. Вот. То есть получается примерно такое. Про то, как вырезать патчи. Это очень интересная штука, потому что ну, мы не можем взять какую-то картинку, вырезать какой-то случайный кусок. И вот, кстати, ладно, там вообще вопрос, зачем в принципе вырезать. Так вот, значит, идея авторов заключалась в том, что мы хотим на нашей картинке иметь как можно больше объектов. То есть мы не хотим какой-то фон уметь анализировать. Мы хотим достать признаки именно из объектов. То есть мы хотим, чтобы наша модель различала какие-то формы между собой. Поэтому от фона мы стараемся избавиться. Соответственно, вырезаем какой-то кусок, где с наибольшей вероятностью хранится объект. Выбиралось это по магнитуде градиента картинки. Вот. Магнитуда градиента – это то, насколько активно изменяется цвет, по факту. Вот. И, ну, идея в том, что если цвет сильно изменяется, значит, перед нами какой-то объект, который, собственно, мы и выделяем. Вот. И они считали магнитуды для всех возможных патчей и брали тот, у которого она наибольше. Вот такая идея. Переобучаться по формулу этого объекта, который я могу.
Вот, это хороший вопрос. Давай перелистну слайд. Здесь два графика. На левом, соответственно, зависимость точности классификации после обучения от количества классов всего, которые, ну, то есть количество классов – это вот это n, то есть сколько картинок мы насэмплировали. То есть это количество классов в нашей self-supervised задаче. Вот, соответственно, мы видим, что чем больше разных картинок мы берем, тем лучше растет точность. Но в конце она, тем не менее, падает. Вот. Ну и так как в нашем датасете на самом деле всего 10 разных объектов, это, ну, как в цифаре, только там обезьян вместо лягушки. Вот. То если мы берем достаточно много, там, десяток тысяч разных картинок, то в целом мы сколько, по 100 получается объектов одного класса в среднем набираем. Ну, то есть 100 объектов в целом достаточно, чтобы не переобучиться под конкретную форму, и поэтому в целом работает. Очень интересное наблюдение про то, почему лосс падает. Ой, лосс падает, говорю. Точность падает в конце. Авторы предположили, что это происходит из-за того, что мы набираем настолько много разных картинок и называем их разными классами, когда они по факту являются одним и тем же классом, что модель просто путается. Ну, словно, мы набрали, сколько здесь, 320 фоток оленя и сказали, что каждый олень – это свой класс. Хотя на самом деле это очень похожие олени между собой, это, ну, одно и то же животное, одни и те же формы. Вот. И из-за этого, если ты уже запомнил форму объекта, очень сложно классифицировать одинаковые картинки на разные классы. И модель просто путается, и они нарисовали специально красным ошибку на валидации, и видно, что она растет в конце, что означает, что модель начинает запутываться, и уже, ну, наш сигнал становится размытым, потому что, ну, мы показываем две одинаковые картинки, говорим, что это разные, модель такая, что такое, непонятно. Ну, да, все-таки, ну, мы хотим в self-supervised learning получить какие-то представления модели об объектах, но в то же время мы должны как-то потом эту модель применять на реальных данных, на какую-то задачу. Вот, соответственно, лучший способ измерить качество – это обучить нашу модель на какую-то downstream, это называется, задачу, чтобы понять, что она, собственно, и выучила. Вот, то есть во всех подходах еще важная часть – это как правильно обучать на какую-то задачу. Об этом, кстати, поговорим на следующей лекции. Здесь, это был 2014 год, поэтому не спрашивайте. Здесь при страшные вещи творились. При дообучении они использовали SVM-классификатор, который работал в режиме one versus all. То есть они обучали в самом плохом случае 32 тысячи классификаторов. Делали это не так, что... Вот они брали AlexNet. Кстати, во всех статьях примерно берется AlexNet. Вот у него есть там сколько-то сверточных слоев. Ну, они брали маленькую модель из двух слоев и большую из трех. Вот. И они из каждой фичермапы на этом, из этого AlexNet'а, пулили всю фичермапу в 4 числа. То есть вот отсюда они брали 4 числа, отсюда брали 4 числа и отсюда. И еще из изначальной картинки. Тоже брали по 4 числа. Таким образом. Все это конкатенировали в один вектор. Вот. И передавали вот этот вектор в SVM, который, собственно, да, обучался на вот этих вот представлениях модели. Это... Вот. Ну и у них, конечно же, есть результаты. Это датасет... А, тут еще нет датасета. Вот, в общем... А можно спросить? Да? По поводу... Внизу три модели, это, собственно, Example CNN, который их
вот тут написаны размерности всех слоев. Вот, ну и результаты. Видно, что они побеждают соты на тот момент, на там, всех примерно датасетах, что довольно здорово. Вот. Ну, потому что никто до них не обучался в режиме self-supervised, то есть все эти модели сверху, они supervised штуки. Вот. Ну и да, они также еще выпендриваются тем, что так как они берут по 4 просто числа с каждой фичермапы, то у них итоговое количество признаков, которые возвращает модель, достаточно маленькое, и они вот там в конце, hashtag features, показывает, сколько, ну, сколько фичей, фичей, признаков возвращает им модель. То есть представление какой размерности. Вот. И говорят, что ну, размерность достаточно маленькая по сравнению с предыдущими методами, что тоже здорово, потому что ну, это облегчает всю модель в целом. На ней легче учиться. Ладно, давайте пойдем дальше. Нет, тут... Они вообще предобучаются только на STL датасете, а на всем остальном это downstream задача, то есть они с учителем дообучаются. И здесь в скобочках у Цифара и у Калтеха это примерно похожие датасеты, в целом одна и та же дня. Вот в скобочках написано количество объектов каждого класса. То есть они берут вот тут 400, это меньшая версия Цифара, и здесь и там 30, это меньшая версия Калтеха. Вот, то есть сколько объектов каждого класса в выборке будет. Ну, просто чтобы показать, что, показать, что модель настолько хорошо запомнила объекты и вообще репрезентации их построила достаточно хорошо, что очень даже небольшого количества объектов на downstream задачи достаточно, чтобы получить нормальное качество. Вот. Вопрос в части. Да. Я понял вопрос про то, фрактируется весь коллекционат или только SVM-глава? В данной статье только глава. Все остальные признаки остаются замороженными. Вот. Дальше в статьях там будут разные варианты. И, по-моему, даже у меня таблички вставлены с результатами, в которых и так пробуется. Но тут да, тут только глава. Ладно. Надо еще следить за временем. Конец у нас... А, ну не скоро еще, хорошо. Так, давайте перейдем к второй статье. Вот, это тоже очень популярный подход. Вдохновлялся он на самом деле Word2Vec. Потому что у Word2Vec идея в том, чтобы по контексту определять, какое слово стоит там, между там, словами. Вот. И там в нем еще было, какое слово стоит после слова. Вот. Короче, в Word2Vec идея в том, чтобы по контексту определять, какое слово должно стоять рядом. И идея была в том, чтобы перенести ту же самую логику на картинке, то есть по картинке понимать, какая картинка должна стоять рядом. Вот. И это очень интересная статья с головоломкой для читателей, чтобы, так сказать, отсеять всех, кто не способен с ней справиться. Давайте подумаем, посмотрим, справитесь ли вы. Здесь question 1 и question 2. Надо понять, как красный квадратик стоит относительно синего квадратика. Где он находится? Вот давайте с первым вопросом разберемся. Как вы думаете? Так. Да, синий, тут синий в центре. Да, красный, надо понять, где красный. Все, загрузил. Но да, красный действительно снизу справа. Вот, а во втором вопросе там можно увидеть, что это трамвай. И, в общем, где трамвай? Один. На самом деле два, да.
Ну, потому что там вот эта вот часть, стенка, ну, угол трамвая, тут он примерно по центру, и здесь он в этот же центр входит. Вот. Ну, короче, да, как видите, задача довольно интересная, и надо очень много чего понимать об объектах, чтобы справиться. Вот. Ну, 2015 год. Извини меня. Вот, поэтому вот такая вот задача, да. То есть давайте я формализую как-то. У нас берется картинка. В данном случае не помню, если честно, какой датасет, по-моему, тоже STL, могу ошибаться, но не важно. Важно, что значит, берется картинка, из нее она апскейлится до размера наименьшей стороны, что-то, по-моему, 350, для того, чтобы потом вырезать из этого такую сетку. Собственно, красным она тут обозначена. Вырезается сетка, размер каждого блока 96, расстояние между блоками 48. Вот, ну и вот такая вот сетка. Ну и, собственно, 350, чтобы просто вся сетка влезла. Вот, после этого внутри каждого блока еще там небольшой shift есть, чтобы просто задача была чуть сложнее. Вот. И выбирается какой-то патч, который стоит на одной из циферок, там от 1 до 8, вот, и берется в качестве тренировочного примера центральный блок и блок вот от 1 до 8, и у модели просится решить задачу классификации на 8 классов, чтобы определить, с какой стороны стоит блок. Здесь на самом деле очень интересные вещи, чтобы вы понимали, что творилось в те далекие годы. Как вы думаете, зачем нужно вообще расстояние между центральным блоком и вот этими вот боковыми, соседними? Наверное, там, когда ядро проходит, чтобы там оно не задевало центральный блок. О, сверху. Там, типа, сейчас, подожди, нет, непонятно, смотри. Модели мы вырезаем два куска какие-то. Ну вот, например, здесь там морда и вот это ухо. То есть третье. Это... Вот, мы их вырезаем и даем скармливаемой модели один кусок и второй кусок. И вот архитектуру, по-моему, не ставил, но тут тоже используется AlexNet, то есть обе картинки процессятся независимо сначала с помощью AlexNet до какого-то там предпоследнего слоя, потом они, их выходы конкатенируются, и поверх еще полносвязный слой, который, собственно, и переводит количество классов. Вот. То есть задача такая. Но, тем не менее, авторы вот зачем-то разъединили центральный блок от соседних, и вот спрашивается, почему. В чате попытка ответа, чтобы по соседним пикселям нельзя было легко определить. Ну да, так и есть. Это правильный ответ. Да. Действительно, если мы не будем раздвигать, модель может просто начать смотреть на там, все крайние пиксели обеих картинок и просто ну, сравнивать, если где-то пиксели совпали, с какой из сторон, точнее, они совпали, с той стороны и правильный ответ. Вот. И это действительно будет решение. Вот, поэтому тут есть разъединение, чтобы это было чуть сложнее. И еще там чуть-чуть смещение. Так. Еще вторая вещь, о которой я сам с удивлением узнал. Так, подведу немного. В таких вот задачах, при тех задачах, которые очень искусственные и которые мы сами придумали на основе наших интуиции о том, что может выучить модель при решении задачи, очень важно составить задачу так, чтобы модель не могла считерить. Ну, то есть, вот как тут, вот надо раздвинуть блоки, чтобы модель не могла просто по соседним пикселям правильный ответ угадать. Вот. И оказалось, что здесь есть еще один способ считерить, который супер неочевидный. Он появляется вследствие хроматической аберрации. Пишется это вот так вот. Это напоминает, типа, вид для дедов каких-то. Что? Ну, типа, вижу трансформер с мячами. Почти. Вот, в общем, хроматическая аберрация. В чем смысл?
Все наши фотографии, которые есть в датасете, они это все-таки фотографии, то есть они сделаны на какой-то фотоаппарат, а фотоаппарат состоит из линз. Он улавливает свет, собирает его в какую-то точку, вот, ну и, в общем, там получается снимок. И проблема в том, что свет можно поделить на волны, и, ну, то есть он состоит из кучи волн. У этих волн разная длина волны, из-за этого при прохождении через линзу, то есть если у меня вот есть какая-то линза, вот, если я пропускаю через нее свет, в зависимости, вот тут у меня какой-то центр, предположим, в зависимости от длины волны, он попадает на разную точку, на моей прямой, которой я хочу его собрать. Из-за этого фокусное расстояние у каждой длины волны разное. И в связи с этим мы не можем собрать весь свет в одну точку. Поэтому оказалось, что на картинках какого-то там, по-моему, зеленый канал размывается к краям. Вот, то есть в центре картинки зеленого цвета больше, не сильно, но больше, чем на краях. Вот. И из-за этого модель просто может, анализируя количество цвета в одном сэмпле и в другом, находить относительное расположение двух этих сэмплов. Ну, то есть, например, если в пятерке зеленого в целом, в среднем, там, или не зеленого, не так важно, меньше, чем в этой картинке, в синей, значит, вот они расположены вот так. И это действительно кейс, и, собственно, вот тут это проверено. Здесь авторы сделали другой пример. Они просто вот так вот поделили очень вкупую картинку на 12 ботов, перемешали как-то и попросили модель предсказать точное положение каждого из ботов на этой картинке. И если учить, наплевав на хроматическую аберрацию, то модель в целом плюс-минус неплохо умеет расставлять боки по картинке. Ну, то есть здесь видно, что она постаралась, и в целом, ну, там примерно собака. Вот. А если испортить знания о аберрации, то модель совсем не справляется с задачей, и вот получается вот такая вот куча. Вот. То есть это действительно проблема, с которой надо бороться. Я не знаю, как они вообще догадались до этого, но вот такое знание прикольное. Соответственно, чтобы попортить хроматическую аберрацию, используются две техники. Одна, которую вот они предложили, это довольно сложная проекция цветов, чтобы как-то нивелировать. И как... Вторая, более простая, это просто зашумление двух случайных цветовых каналов. Вот. То есть на вход модели подается не картинка, как есть, а картинка с двумя каналами, шумом и одним оригинальным. Вот. Тогда модель, ну, тогда мы заставляем модель все-таки смотреть на форму объектов, а не на цвет. А, ну здесь там они все-таки некоторый трюк применили, они обучали не совсем ту модель, то есть это очень упрощенная версия, просто чтобы протестировать гипотезу. Вот, в жизни все нормально. Вот, такая вот интересность. Ну и результаты у них представлены в такой таблице, не знаю, на что они рассчитывали. Смотреть на это очень сложно. Но тут типа качество по каждому классу и в конце map, на который, собственно, надо смотреть. Это датасет Pascal Vogue дефис какой-то год. Он у нас будет возникать во всех статьях. Это стандартный датасет для валидации и эволюации там разных притяг задач. Вот. И у нас он будет возникать. Здесь решалась задача классификации по оценке map, то есть mean average precision, чем больше, тем лучше. Вот. Ну и, соответственно, они там показывают, что там вот где написано hours, там в целом циферка чуть побольше. Вот. Ну, значит, что помогло и действительно работает.
Видимо, тогда люди еще не умели подчеркивать нужные клеточки. Ты, подожди, мы сейчас перейдем к 2016 году, и там все супер. Там научились. Там научились. Да, но вот такие результаты, конечно, это кошмар полный. Понять, что здесь произошло, невозможно. Чего? Ну, кажется, что да. Я, если честно, не помню, не готов утверждать, но, наверное, да. Вот, чего? Будет логично, потому что дальше они пишут. Ну да, да, да. Да. То есть, это, ну да, да, да. Scratch — это просто, когда они подают картинку как есть, не изменяют цветовые каналы. Вот. Ну и Rescale — это Rescale весов после предобучения. То есть вот мы предобучили задачу, и оказалось, что нужно немножко рескейлить веса, чтобы перед тем, как дообучать на downstream задачу, потому что так чуть лучше работает. Но там уже это нигде не используется, да? Никто не рескейлит веса после того, как дообучать. Так, чтобы сразу, да? Если, наверное, попытная статья, которая говорит, что, возможно, это обучение хорошо работает, потому что у нас веса модели переходят в нужные скейлы. Вот, ну, об этом мы поговорим, наверное, на следующей лекции, кстати. Да. Ладно. Перейдем. Да, это, кстати, еще одна вещь из той же статьи. Это еще один интересный способ сравнивать качество предобучения моделей. Здесь слева входная картинка. Дальше. Надо сказать, да. Значит, в этой визуализации авторы пытались находить ближайшие картинки по представлениям модели. То есть по входной картинке они находили 5 картинок, которые наиболее близки по мнению модели к этой картинке. По-моему, они использовали там корреляцию Пирсона. Не очень важно. Вот. И, соответственно, для случайной инициализации supervised обученные на ImageNet и для их модели unsupervised обученные на ImageNet. Вот. Ну и да, тут можно заметить, что для модели случайно инициализированной все не так плохо, то есть она к похожим относит картинки, которые действительно похожи. И это, ну, правда, есть такое наблюдение. Случайная инициализация достаточно хороша бывает. И на семинаре мы это даже посмотрим. То есть там не нулевое качество. Не, ну, прям вот норм, приемлемо. Вот. Ну и, соответственно, главное сравнение это между supervised обученных и self-supervised обученных моделями. И здесь показывается, что они обе в целом примерно одно и то же считают похожим, что означает, что модель выучила то, что мы хотим. Вот, вот такой вот интересный способ смотреть на качество. Чего? Ну, непонятно. Где-то я находил там лажу какую-то. Хотя вот с машинок он только черно-белый, действительно, что-то. А там она красная. Ну, ладно. Да. Сравнение, конечно, такое, очень, не очень, потому что оно совершенно статистически незначимое. Мы берем там 20 картинок, которые глазами просматриваем, ну что это такое, в сравнении там со 100 тысячами в датасете. Вот, но тем не менее, все-таки имеет смысл. Так, идем дальше. Следующий подход уже 2016 года. Называется inpainting. Ну, идея, как следует из названия, учить модель раскрашивать какой-то пропущенный кусок. То есть мы берем исходную картинку, замазываем какую-то ее часть, передаем через энкодер и декодируем обратно, получаем закрашенный кусок картинки. После этого сравниваем это предсказание модели с тем, что мы замаскировали. Вот, соответственно, учим мы здесь представление энкодера. Декодер у нас считается просто головой, которую мы откинем после того, как мы будем обучать на downsample что-то.
Вот. То есть нас интересует энкодер. И авторы также еще предлагают три способа маскировки, и разница между ними довольно велика. Это вырезать просто центральный кусок, вырезать кучу каких-то блоков из картинки и случайный патч какой-то вырезать из картинки. Ну, случайная, точнее, область. Вот, какую-то бесформенную. Вот. И они также предлагают еще два варианта, как это учить. Ну, про Ганы кто-нибудь из вас уже знает? А, как замечательно. Ганлос, господа. Ну, короче, да. Они предлагают первый вариант, стандартный абсолютно, с L2 лоссом. Просто попиксельно сравнивать значения. И также они предлагают еще adversarial сделать, обучить дискриминатор, который бы определял, насколько закрашенная моделью вещь является настоящей. Вот. Ну и тут, соответственно, две стандартные ошибки. Все, F – это модель. F – это модель. M с крышкой – это маска того, что мы замаскировали. Uh-huh. Вот. X – это, соответственно, входная картинка. А, и не только по маске смотрят. Ну да, на самом деле их модель возвращает не просто закрашенный кусок, а целую картинку. Потому что, ну, в таком случае эта штука не квадратная, и модель, ну, не понимает, что она возвращает. Поэтому они возвращают всю картинку, и потом из нее снова маской достают то, что модель только предсказала. И стараются это минимизировать, разницу. Вот. И в статье еще приводится очень классный теоретический анализ. Ну, результаты, как вы могли знать, если мы обучаем просто с MSE ошибкой по пикселю, результаты получаются заблюренными и очень нечеткими. И объясняется это тем, что MSE ошибка в качестве ответа берет не какую-то моду в распределении, а среднее между модами. Ну, это логично, из курса по машинному обучению вы должны знать, что лучшее предсказание, если у нас есть несколько объектов с одинаковыми ответами, лучшее предсказание – это среднее между ними. Ну, с одинаковыми признаками, не ответами. Вот. Ну, соответственно, действительно, MSE в качестве ответа выбирают среднее мод, и в этом проблема. Ну, то есть, условно, не знаю, если вы пытаетесь импейтингом предсказать там машину какую-нибудь закрасить, нарисовать, то машины бывают абсолютно разных цветов, там синяя, красная, зеленая. И чтобы вам минимизировать ошибку, вам нужно предсказать что-то между синим, красным и зеленым, если вы хотите с точки зрения MSE. Вот. Ну и у вас получится что-то серое в большинстве случаев. И действительно там так и получается. Вот. И, собственно, этим и хорош adversarial loss, тем, что он возвращает именно моду, а не среднее между ними. И поэтому пиксели становятся какими-то четкими, а не средними между всеми возможными. Вот. И вот такая идея. Поэтому adversarial loss вперед. Вот. И на это, кстати, этот пример у меня реализован. Посмотрим в семинаре на него. Так. А, еще, да, важно, что забыл сказать. Если, ну, авторы рассказывают нам, что если мы просто зашумляем, замаскировываем, извиняюсь, центральный кусок, то модель выучивает не совсем то, что нужно, потому что она слишком сильно ориентируется на квадраты. И, ну, потому что свертки квадратные, и поэтому получаются какие-то корявые вещи, которые, ну, правда, слишком сильно заточены под именно центральный квадратный блок. И если мы даем что-то более разнообразное, например, как куча блоков или какая-то бесформенная вещь, то модель уже старается запоминать более какие-то сложные линии. А вот L1 Ну, да, авторы тоже пробовали тоже, да, L1. И сказали, что разницы в принципе почти нету. То есть в целом одно и то же. Просто я владел он же могу. Если делали домашку на чувство X, если она осталась еще. Да. Так, окей. И вот результаты. А, нет, или тут еще не научились.
Да, здесь вот этот вот Доерж, Карл Доерж, он, по-моему, немец, это relative context, то есть то, что мы вот только что обсуждали, с ним идет сравнение. Вот эти две статьи еще, это статьи про supervised по видео, мы их сегодня не будем рассматривать, ну, потому что не хватило меня. Вот. Также здесь идет сравнение с ImageNet. Да, датасет точно тот же самый, Pascal Vogue, не помню какого года. Вот, точно самый. Он у нас в следующих статьях будет, не будет меняться, не будет это. Вот. Соответственно, классификация и детекция меряется по map, сегментация меряется по intersection over union. Вот, ну, все мы хотим максимизировать. Чем больше, тем лучше. А вопрос, а вот у нас же модель, она просто заполняет пропуск. Как тут классификация? Ну, также я сказал, что мы выучиваем только энкодер, и, соответственно, при дообучении мы просто меняем голову. Вместо декодера ставим какой-нибудь полносвязник. Okay. Вот. Это всегда так будет. Да. Извините, если я об этом не сказал. При дообучении мы всегда оставляем все тело модели и меняем только голову. И ее там либо только ее дообучаем, это называется пробингом, либо дообучаем все целиком, это называется фантюнингом. Либо там что-то еще можно. Ну, не важно. Вот. И, ну, круто. Здесь сравнение, помимо того, что качество меряется, здесь еще приводятся временные затраты на предобучение. Представляете, вот этот relative context, этот AlexNet из 4-5 слоев обучали 4 недели, месяц. Вот. Такое время было. Удивительно. Ну вот. Да, и, кстати, тут еще показывают то, что у случайной инициализации точность, ну, не точность, извиняюсь, map, сильно больше, чем просто случайный ответ, потому что оказывается, что если мы все-таки случайно инициализируем модель, то в ней, тем не менее, есть какие-то репрезентации, потому что все-таки похожим объектом сопоставляются примерно похожие точки, какой бы модель случайно ни была. Так вот работает. У вас, возможно, в MO2 была статья по Random Free Features или Random Kitchen Sink, это называлось, и там вот предлагалось для линейной модели брать случайные косинусы и синусы в качестве признаков, и это действительно помогало. Вот. Ну, то есть это такой известный эффект. Окей. Перейдем к следующей штуке. В мире нашего с вами существует Jigsaw Puzzles. По-русски, если переводить, то это пятнашки. То есть вот такая детская игрушка, где надо картинку вот в таком вот разбитом виде на квадратике вернуть в исходный вид, то есть все квадратики поставить на нужные места. Вот. Ну и авторы решили, что если дети учатся как-то объекты воспринимать по такой головоломке, то и модель не хуже, тоже справится. Вот. И предлагают вот такую задачу давать модели решать. Также вот эта нижняя картинка призвана сказать о том, что в датасете вообще все объекты примерно одинаковые с точки зрения формы. Там для каждой собаки есть собака, которая, если стоит так же, то выглядит точно так же, может, только другого цвета. Ну и там для машин, велосипедов и всего прочего то же самое. И поэтому, если модель выучит формы объектов и будет иметь информацию об этом, то и для... то она и будет обобщаться на какие-то объекты, которые имеют похожую форму, но просто там других цветов. Вот. И так как для решения задачки пятнашек нам необходимо в первую очередь именно форма объектов, то вот выучиваясь решать такую задачу, мы сможем обобщаться на какие-то новые объекты. Здесь при разбиении используется очень похожая идея на то, что было в context prediction. То есть также берется сетка, также берется небольшое расстояние между патчами, чтобы как раз победить вот этот шорткат, в котором мы предсказываем просто соседние пиксели. Ну и также
они борются с аберрацией, зашумляют световые каналы. Вот, то есть все тут тоже есть. И учится вот в таком виде задач. Здесь нейронная сеть тоже AlexNet, и она тоже находит представление для всех патчей независимо сначала, потом их конкатенирует вместе и дает ответ. Давайте я вам так вопрос на понимание задам. Вот смотрите, здесь вот тут изображено куча разных стрелочек, которые призваны обозначать, что мы перемешиваем патчи между собой. Как вы думаете, зачем перемешивать патчи? Почему бы просто не подать так, как мы их вырезали, в том же самом порядке? Вот. И... Ну да, то есть так как мы их ну как-то процессим, неважно как, но потом объединяем в конце, не меняя порядок, просто конкатенируя подряд, то модель может, на самом деле, она всегда будет давать один и тот же ответ, потому что для всех задачек будет один и тот же ответ. Вот, потому что порядок всегда такой. Вот. Здесь, кстати, очень странная и непонятная для меня вещь. В качестве предсказания модели мы просим индекс перестановки. То есть вот у нас есть 9 кусочков. Всего у нас получается 9 факториал перестановок. Это сколько? Что-то типа 30 тысяч, да? Примерно. Вот, ну, что-то того, не помню точно. В общем, очень много у нас возможных перестановок. То есть мы решаем задачу, так как мы решаем задачу классификации перестановок, то у нас получается там десятки тысяч классов в нашей задаче. Это А, модель становится очень толстой, Б, ну, у нас сигнал довольно неточный, потому что... Допустим, если у нас модель предсказала перестановку и ошиблась там, ну, с вапнула местами два тайла, два патча, то мы ругаем модель так же, как если бы она перепутала вообще абсолютно все. Потому что индекс перестановки просто неправильный. А какой лосс? А, ну, индекс омники. Да, лосс просто кросс-энтропия. Ну, если у нас это так работает, что соседние индексы, соседние перестановки, то можно так перестановить. Я можно засунуть. Ну, ну нет, это же не всегда будет так работать. Ну да, окей. Потому что это, ну, да. Если у нас перестановки там 1 на 30 тысяч. А, ну, это... Если есть серединка, то да, она одинакова, по сути, ко второму, четвертому, шестому, восьмому, а если вычесть, то будет разный. Да. Они там, по-моему, только не все варианты перестановок. Ну, да, возможно. А сколько, вот там 64 что-то. 64 это индекс. А мы видим, что мы хотим перестановки, которые включают мысли. Ну, вообще могли бы. То же самое было бы, что... То есть мы бы... Ну, нет, вообще могли бы. Ну, точнее, наверное, надо не MSE, а, ну, типа MSE, не понимаю зачем, просто можно посчитать количество ошибок, что-нибудь такое. Ну, как количество ошибок не действительно, конечно, пишут 9 голосов посчитать. Ну, вот я когда делал для вас первую домашку, там как раз первая домашка, это спойлер, будет про предобучение с такими предтекст-задачами классическими, про которые я сегодня рассказываю. Вот. Да, это спойлер, но нет, на самом деле, потому что статей бесчисленное количество вам все равно придется порыскать в интернете, и что еще есть, какие там способы обучения и прочее, прочее. Вот. Но, тем не менее, я когда делал домашку и проверял вообще качество, какие трешхолды вам поставить, я реализовал вот эти пазлы. Я использовал 9 умножить на 9 класс. То есть для каждого
патча, я предсказывал просто индекс его позиции в этой сетке. Ну, то есть я допускал, что у меня могут повторяться ответы, и что там, ну, не все значения будут уникальными в предсказанной сетке. Но тем не менее, вот я решил так сделать. Я пробовал два варианта. У меня получилось лучше, что когда мы для каждого патча отдельно предсказываем его позицию, модель работает лучше, потому что, как я и говорил, я, получается, не штрафую модель одинаково, если она там совсем все перепутала и два кусочка перепутала. Вот. Так что, короче, мне не очень понятно, почему, чем обусловлен вот именно такой лосс, такая задача, но как есть. Можете проверить у себя, потому что, может быть, я где-то ошибся. Так, перейдем к сравнению этого подхода с предыдущими. Батак – это чувак, который с командой сделал импейнтинг. Соответственно, Доерш – это второй метод, который мы осваивали с контекстом. И вот эта первая статья, она просто про предобучение по видео. Вот. Ну и, соответственно, первая полоска – это просто обучение supervised ImageNet в качестве такой хитрой задачи. Вот. Тут сравнение также по Pascal VOOC идет, все то же самое. И, по-моему, тут тоже используются AlexNet. То есть ничего не изменилось, цифры те же самые. Ну и вот и видим, что решение пазлов оказывается лучше по всем метрикам. И еще и обучается быстрее. Ну, почти. Импейтинг тут быстрее. Вот. То есть хорошая задача получается. Помогает нам выучить все, что мы хотим. Так. Ну, идем дальше. О, это... Ладно. Ну, просто там немножко глинистая вещь, которая очень неожиданно возникает. Из ниоткуда подкралась, и вот вы не ждали, она есть. Значит, задача колоризации. Ну, очень тоже интуитивно понятная вещь. Мы подаем модели на вход Grayscale картинку и просим ее вернуть цвета для этой картинки, чтобы вот, ну, что-то обучить. Вот, ну и то есть pipeline модели выглядит так. Здесь изображен AlexNet. Мы разбиваем картинку, представляем в виде lab формата, то есть у нас есть lightness и два цветовых канала. Lightness на самом деле то же самое, что и grayscale, не отличить практически. Вот. Ну, то есть мы передаем обесцвеченную картинку, прогоняем ее через encoder-decoder и получаем два цветовых канала на выход. Вот. Ну и сравниваем с оригиналом, который вот у нас был. То есть мы с оригиналом мы сравниваем, по-моему, они не просто достают из оригинальных 20 цветовых канала и сравниваются. Собственно, вопрос в том, как сравнивать. И вот тут начинается глина. Внимание, оказывается, что L2 loss не работает на этой задаче. И причина, собственно, по большей части, как я понял из статьи, в его невосприимчивости к модальности картинок. То есть модель стремится возвращать среднее между всеми цветами, и из-за этого картинка становится какой-то серой. Ну, то есть вот там был у них в статье картинка с попугаем, который мы пытаемся раскрашивать, и попугай вообще бывает всех возможных цветов. Поэтому выбрать какой-то конкретный модель не может из-за того, что она обучается на MSC, и она возвращает что-то среднее между всеми цветами. Вот. Ну и получает в среднем серый цвет и ничему не учится. Вот. Фух, поэтому авторы предложили другое решение. Значит, тут слайд разбит на много кусочков, потому что иначе, я думаю, вы застрелитесь. Итак, все цвета можно, ну, вообще, которые бывают, можно представить в виде вот такой вот хитмапы, ну, не знаю, там, на плоскости нарисовать в зависимости от значений A и B каналов. Вот в таком виде. И авторы квантизуют все это вот множество цветов на 313 разных цветов по сетке.
и получают вот такую вот картинку, которая, ну, просто 313 разных цветов. Затем они меняют предсказание модели с просто color map на мультиклассовую классификацию. Вот это вот Z с крышкой. То есть модель возвращает не два возможных цвета, а распределение по всем 313 цветам. Вот. После этого они оригинальный лейбл, оригинальный метку, с которой они будут сравниваться, просто получают из исходных цветов. Вот тут функции h применяется. Это на самом деле просто квантизация исходных цветов. То есть для каждого цвета находится ближайший в нашем вот таком вот новом представлении из 313. Если у нас черный цвет, а его тут нет. О, нет. О, боже. Ну, кажется, что... Ну, окей, а вот тут черный. Мы взяли lightness 0, ну, наверное, там 0, а я вижу, что тут они lightness 50 взяли, из них квантизацию сделали. Видимо, там чуть-чуть серое посередине. Ну, да, я думаю, что что-то серое посередине, как раз это оно и есть. Окей, ну там... Плюс-минус биекция, наверное. Ну, биекция не может быть, может быть инъекция, потому что у нас квантизованное пространство. Вот. Ну да, то есть у нас есть способ, как... Ладно, хорошо, на самом деле там биекция. По-хорошему, я не хотел об этом говорить, но вот это вот Z, это не Van Gogh представление, то есть это не конкретный класс, а сглаженное представление. Они берут для каждого пикселя гауссовское ядро и накладывают вот квер-квинтизацию. Ну, просто, короче, чтобы размазать немного вес. Если у нас цвет лежит где-то вот там на границе или между двумя пикселями вот тут вот, то там обоим пикселям будет просто... Ой, ну ладно. Будет просто присвоено значение там по, не знаю, 1/2. Вот. Ну и то есть у нас чуть более размазанный... Правильный ответ. Ну, более истинный. Вот. Ну и просто это работает чуть лучше. Я зря показал какую-то картинку. Вот. Ну и, соответственно, ошибка – это просто кросс-энтропия между предсказанием и правильным ответом. Вот тут стоит V еще. V – это... перевзвешивание правильных ответов. Еще второй кусок глины. Извините, что расскажу, просто интересно. Значит, было замечено, что картинки на большую часть состоят из фона какого-то, ну, то есть чего-то одноцветного. И вот здесь вот нарисовано вот такое уже цветовое представление, эмпирическое для всех картинок в ImageNet, по логарифмической сетке, или не логарифмической, короче, по сетке, где чем краснее, тем большее значение, это распределение, извиняюсь, чем краснее, тем больше плотность у таких цветов относительно всех картинок. Вот. Ну, то есть видно, что плотность мода нашего вот такого вот распределения по всем цветам находится в центре. Это означает, что на всех картинках преобладают какие-то небольшие по модулю цвета. Ну, потому что фон. Или там стены какие-нибудь, или там небо, которое может быть серое. И вот поэтому какого-то серого цвета на картинках больше всего. И из-за этого, чтобы модель не переобучалась под фон, мы там по-сложному перевзвешиваем просто метки, чтобы фон учитывался меньше. Кажется, в будущем для этого придумывают focal loss, но focal loss пока еще не появилось, поэтому... Ну, там сложно, я не стал еще больше душить. Посмотрите в статье. Очень может быть, кстати. Очень может быть. Вот. Тут еще формула для H, как мы из предсказания модели... Нам же надо потом как-то еще раскрашивать на практике. И как из предсказания модели получить цвет? Ну, вот так вот. То есть у нас есть какое-то распределение, которое вернуло модель,
мы просто берем из него softmax, чтобы получить распределение, ну, плотность распределения, и складываем с соответствующими весами. То есть коэффициенты просто для весов. Вот. Вот такая вот идея притек задачи, которая выглядела изначально очень просто, потому что казалось бы, что может быть проще, чем просто колоризация, и оказалась вот такой вот страшилкой. Почему? Где? Вот тут вот? Ну, на самом деле здесь еще есть буква Т, которая обозначает температуру, то есть мы можем регулировать, насколько вырожденное распределение у нас получается. И если мы там загоним, сделаем Т каким-то очень маленьким, то у нас будет очень вырожденное распределение. Мы будем по факту максимум предсказывать. Вот. И, соответственно, мы можем его там чуть-чуть ослабить и там предсказывать что-то более среднее. Вот. Там даже есть исследования по тому, как выбирать температуру, и у авторов получилось, что там правильно, лучше всего получается 0,38, вот, что это там идеальное число для там, сохранения цвета наибольшего, ну, чисто визуально. Да, что 313 они тоже так выбрали? Ну, нет, 313 получилось просто по сетке, как я понимаю. Они просто взяли сетку 20 на 20, хотя они почему-то написали в статье 10 на 10, хотя тут можно, блин, посчитать пиксели и убедиться, что она 20 на 20. Вот. Ну и просто посмотрели, сколько получается, оказалось 313. Ну вот, такая идея. Давайте посмотрим на результаты. Так, тот же самый датасет, те же самые модели, ничего не изменилось. Вот эти вот раз-два статьи мы уже рассматривали. Остальные ну, какие-то. Тут есть еще сравнение с автоэнкодером, которое было с InPaint моделью, тоже я просто об этом не сказал. Ну, то есть, так как у нас модель получает картинку, выдает картинку, мы можем обучить автоэнкодер, который просто стремится предсказать то, что он получил на вход. Вот. И с ним поэтому удобно сравниваться, как с baseline. То есть он чуть-чуть лучше, чем случайное предсказание, поэтому это уже неплохо. Ну и вот, они рассказывают, что у них получилось очень круто. Ну, то есть они взяли, ну, обучили модель, ну, как всегда, обучили модель колоризации, переставили голову и сделали там пробинг. Здесь вот, кстати, еще, да, к твоему вопросу, ты спрашивал, да, какие слои доучиваются. Вот здесь вот сверху написано, какие именно, all – это мы доучиваем все слои, которые есть в модели, и сверточные тоже, и голову от пробинга. Вот этот вот мы доучиваем только... Сейчас. Мы доучиваем, да, слои с 6 по 8. В AlexNet это просто все полносвязные. Это Паскаль. Да, это тоже Паскаль, то есть тоже AlexNet. Вот. И, соответственно, 8 это мы просто доучиваем только голову, и, соответственно, здесь качество хуже всего. Вот. Ну и да, в общем, полезно. Видим, что обучаясь так, модель получает лучшее представление. Ну, собственно, это логично, потому что для этой задачи, это вот из всех задач для этой модели важнее всего четко понимать, что же это за объекты. Потому что ей не только нужно понять просто, что перед ней, но еще и каких цветов это бывает. То есть ей надо еще и классифицировать очень четко все, что есть на картинке. Короче, очень много информации надо собрать, чтобы решить такую задачу. Поэтому она действительно очень хорошо и на практике работает. Я ее тоже реализовывал, в общем. Правда, хорошо работает. Окей. Так, что у нас по времени? Конец через 10 минут, да? Класс. Тогда мы успеем даже. Вот. Если собрать все, что было в последних трех методах, то мы получим Damage Jigsaw Puzzles. Это статья 2018 года. Мы так вот прыгнули сейчас на два года вперед. Очень мало цитируемая, видимо, потому что она 2018 года, когда уже всем на эти притек-задачи уже осточертели, и в целом там развитие прекратилось. Вот. Но она, в общем, от каких-то непонятных авторов, там 100 цитат у нее, по-моему, за все эти годы. Ну, идея очень простая. Мы решаем Jigsaw Puzzles,
только при этом мы еще подаем Grayscale картинки и просим еще и раскрасить картинку, да еще и мы какой-то один из патчей удаляем и просим его установить. То есть какая-то супер амбициозная задача в миксе всех вот этих вот трех предтек-задач. Ну и получается, что это работает лучше, чем каждый из таких вот задач по отдельности. Вот, то есть на том же самом датасете с той же самой моделью у них получилось почти, ну, там по двум метрикам побить все предыдущие штуки. В первой строчке это просто обычный ImageNet. Self-supervised. Ой, self-supervised, говорю, просто supervised. Вот. Ну, то есть в данном случае ImageNet — это полная имба, потому что, ну, у нас есть метки для всех картинок, мы можем в supervised формате обучаться и точно выучимся лучше. Это прям вот самое крутое, чего мы можем добиться. И, собственно, почти все вот такие вот self-supervised методы сравниваются с supervised ImageNet, чтобы, ну, и задача просто достичь, ну, приблизиться как можно лучше к нему. Вот. Сейчас, правда, уже, по-моему, обгоняют ImageNet, да? Ну, там, ну, таких делают, что ли? Ну, в общем, короче, ImageNet — это просто батик, к которому все хотят достичь. Это как вчера, что мимо про бейзлайн. Нет. Я на YouTube. Это важно. Да, у нас же, конечно, очень много времени. Нам еще 3 статьи надо разобрать. Не все метки получения. Ну, вот CDGP – это аббревиатура для Embedding GXO Context. P. D. Вот. Чужая модель, которую надо кидер унизить, чтобы вырастить ее публиковать. А, да, класс. Ну, в общем, да. Вот здесь вот, собственно, Relative Position – это Context Prediction, который вот мы… как пазлы, только по одному патчу, пазлы, соответственно, пазлы, вот импейтинг, колоризейшн, вот. Каунтинг тоже, ну, ладно, каунтинг это мы не будем смотреть сегодня, потом, если интересно, расскажу. Возможно, моя просто гипотеза, почему статья никому не сдалась и что-то не получила популярность, возможно, потому что они взяли все... Ну, все старые значения метрик из просто из статей, а свою накрутили еще какими-то там оптимизаторами новыми, какими-то еще дополнительными способами обучения, чтобы это все лучше завелось. И поэтому у них получилось лучше, а не на самом деле, потому что лучше. Вот. Но правильного ответа я не знаю, и ну, не так интересно. Вот. Ну, в общем, просто такая идея. Так, у меня есть 5 минут. Давайте я пару слов скажу про это. Идея очень простая. Ну, типа, задача ставится так. Мы 4 возможными способами поворачиваем картинку на там, 90 градусов, 180, 270, или не поворачиваем, и просим модель угадать, на сколько градусов мы повернули. То есть вот такая вот очень простая задача, классификация на 4, соответственно, класса. Авторы зачем-то приводят вот такую вот очень переусложненную архитектуру, ну, постановку задачи. Не знаю, что. Ну, то есть, как это читать? Нам подается картинка, мы одним из 4 способов ее поворачиваем, получаем вот такое вот, потом применяем наш там ConvNet, в этом случае тоже AlexNet, и стараемся угадать правильный класс, правильное количество градусов. Зачем так сложно, не знаю. Ну, это потому что, чтобы сравниваться. А почему только 4 угла? Ну, потому что так лучше всего работает. Там, ну, там есть эксперименты с разными количествами поворотов, и вот выяснилось, что там чуть-чуть, но 4 лучше всего. Если не 4, то это какие-то странные штуки получаются. Ну, то есть, да, если мы поворачиваем больше, чем 4 раза, то у нас получается уже не квадрат. А, ну там же, типа, когда мы вот так делаем, то квадрат мапится в квадрат. Ну да, да, да. Мы да. должны смещать если, с да, синий да, да. Вот. Ну то есть там кривой поворот получается, возможно, да. из-за этого. Но они пробовали еще там поворачивать 2 раза, то есть 0 или 180, и получается, ну, примерно так же. Вот.
Ну и да, интуиция у этого была такая, что чтобы правильно угадать поворот, нам нужно понять, что изображено на картинке, что это за объект, как он должен выглядеть, какие у него там есть характеристики, и повернуть его на соответствующее количество, и понять, насколько он был повернут. Ну и, соответственно, здесь приводятся attention-ы, то есть то, на что смотрит модель при анализе поворота, и слева это supervised на ImageNet, и справа это их метод, и видно, что примерно на одно и то же обе модели смотрят. Вот такая идея. Так, ну и какое-то у них качество есть. Ладно, это не то, это фиг с ним. Перейдем к самому интересному. Ансамбль задач. Это, кстати, статья 2017 года. Она от того же чувака, который изобрел контекст, context prediction. Сейчас я поясню, что это такое. Еще интересно, я посмотрел, когда вышел в 2016 году, в 2015 году, context prediction. Этот мужик работал где-то в Беркли, в каком-то университете, а в Task Ensemble он уже работал в DeepMind. Вот, в общем, поднялся. Идея на самом деле сильно проще, чем тут нарисовано. Тут учится ResNet 101 на много задач. В пункте А это просто обычный ResNet, у которого много голов, соответственно, столько голов, сколько задач, и ничем больше не отличается. То есть у них у всех общее тело, отличается только голова. Простейший способ, как это все завести. Под пунктом Б гораздо более сложный способ. Ох, вы вообще живы? Да, да. Отлично. Тогда перейдем к более сложному способу. Значит, у ResNet 101, я не помню сколько, но они говорят, что 3 блока. Вот, и в каждом блоке есть по 23 резидуал слоя. И перед тем, как подать что-то в голову, они это что-то, они берут фичер-мапы после каждого residual блока и складывают их с каким-то коэффициентом. И при этом для каждой задачи разные коэффициенты. То есть они берут выход, фичер-мапу, умножают на какой-то коэффициент конкретный для этой задачи и так складывают по всем фичер-мапам, получают вход для одной из задач. Вот. Ну и, соответственно, так сделали для всех задач. Вот. То есть, почему это должно лучше работать? Идея в том, что в такой постановке модели на каждой в каждой фишермапе надо сохранять какую-то информацию о самой изначальной картинке, чтобы лучше решить задачу. То есть, какую-то конкретную. То есть не только на последней фичер-мапе надо информацию сохранить, а на всех. Помимо этого, вот эти коэффициенты, они, конечно же, обучаемые. И обучаемые не просто, а с лассо. И, собственно, поэтому тут в B подписано, что это лассо архитектура. При обучении мы стремимся занулять коэффициенты как можно больше. L1 loss этому способствует. Вот. И вот такая регуляризация нужна для того, чтобы для каждой задачи как можно меньше feature map хранило информацию, нужную для решения задачки. Вот. То есть мы хотим некоторым образом разбить фичер-мапы так, чтобы каждая, в идеале, чтобы каждая задача, чтобы каждая фичер-мапа хранила только ту информацию, которая нужна для решения претекст задач, соответствующей ей. Вот. Такая довольно сложная идея. Всех не убил? Таски, они фиксированы или они как-то тоже выбираются? Таски – это просто набор. То есть это понятно, все да. То, что мы сейчас разобрали до этого, это некоторый набор фиксированных задач. Их тут N штук, которые мы заранее обговорили. У меня была такая идея, когда
предыдущий дипло, чтобы скомбинировать это все и получить из этого, ну, вот он. Вот он и есть. Да. А я понял, вы не знаю, какой-нибудь RM, когда бы это вызвало, чтобы он выбирал, какие таски ставить. Ну, вперед. Нет, но правда это... А как подбирать, какие таски ставить? Нет, ладно, это что-то уже очень сложно. Да. Как же в инстракт ДПТ сделали там? Ну, в инстракт ДПТ не так сделали. Не так. Я могу после пары обсудить, ну, собственно, уже после пары могу обсудить, как сделан инстракт ДПТ по-другому. Там варили для другого. Веса альфа? Да, как раз они обучаемые. И очень важно, что они обучаемые с L1 регуляризацией для них. То есть мы стремимся их замалять. Да. Я не помню, поддерживают ли они то, чтобы это все, ну, то есть тормируют, чтобы это суммировалось единицей или нет, но, наверное, не так важно. Так. Вот. Ну и, соответственно, результаты. Ах, результаты, результаты. Ну, так как в первую очередь автор статьи сделал статью про context prediction или reality prediction, то она во всех строчках. Чтобы показать просто, насколько это значимая вещь, тут везде в претренинге используется relative prediction. Ну, я бы также сделал, если бы придумал статью. Вот. Ну и показано, что если просто relative prediction, какой же он крутой, у нас по одной из метрик получается хороший результат. Вот, авторы молодцы. Но, тем не менее, если мы объединим все задачи, в том числе relative prediction, то вот у нас получится лучшее значение на Паскале. Тут, по-моему, классификация на Паскале – это MAP. Тут топ-5 точно в имиджнете. И вот этот вот датасет про определение глубины изображения. Вот, ну, тут relative prediction тоже хорошо. Ну, это такая идея. То есть объединение действительно помогает. Да, и здесь, и сверху табличка еще нужна для сравнения, собственно, вот этих вот двух методов А и Б. Вот этих. Соответственно, там использовать лассо или не использовать. Ну и некоторый анализ. Вот. Ладно, не буду вас больше загружать. Я думаю, этого достаточно. И на этом у меня, по-моему, все. Ну да, на этом все. Вот. Спасибо всем вам, что пришли. Встретимся через полчаса. Да, для ребят в Zoom я ссылку скину на семинар, она будет другой.